Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, меня зовут Мария Кожевникова. Мы запускаем новый проект «Деньги в дело», где будем обсуждать самые актуальные вопросы в сфере финансов и недвижимости. И я приветствую в нашей студии Александра Шевалдина, руководителя отдела продаж недвижимости группы компаний «Дело и деньги». Александр, добрый день. Мария, день добрый. «Дело и деньги» – компания, которая как раз занимается комплексом услуг в сфере финансов и недвижимости. Все верно? Да, действительно. Сегодня наша компания помогает решать финансовые вопросы с помощью займов, приумножать свои сбережения по высокой ставке. Также мы можем срочно выкупить авто. И, конечно, самое наше передовое направление – это недвижимость. Вообще, в последнее время, Александр, поменялись ли запросы кировчан на недвижимость? Да, наиболее очевидная тенденция сейчас – это индивидуальный дизайн. Большое внимание уделяется инфраструктуре. Все большим спросом пользуются необычные, оригинальные планировки. Популярна предчистовая отделка, что экономит время и деньги будущих новоселов. Панорамные окна также по-прежнему в тренде. Люди просто устали от типовых коробок, им хочется жить в красивом доме. А не как в фильме «Ирония судьбы», где было легко перепутать, к себе ли домой ты пришел. В Кирове у нас очень много тех самых типовых коробок. А вот легко ли сейчас в нашем городе найти то жилье, которое этим трендам соответствует? Да, легко. Например, на Ленина 145, корпус 1 в новом жилом комплексе «Парус». Я патриот своей компании, поэтому рекомендую именно его. Дом строится 100% из кирпича. Находится он рядом с центром города. Все под рукой. Школы, магазины, садики. Всего 6 квартир на этаже. Оригинальные планировки. Ну и, конечно же, из панорамных окон открывается прекрасный вид на город. Дом находится на берегу реки Хлыновки. Территория будет благоустроена. Берег реки очищен. И у жильцов дома будет свой уголок природы с видом на речку. Вы сказали, что вы патриот компании, то есть «Дело и деньги» строят этот дом. «Дело и деньги» в данном случае выступают инвестором. Эти квартиры эксклюзив. Их можно будет купить только в нашем агентстве. Сейчас активно идет бронирование. Уже 63% квартир находятся под бронью. И если вдруг кто-то не успеет выбрать квартиру в жилом комплексе «Парус», то наши агенты с удовольствием подберут квартиру в других жилых комплексах нашего города. А вот в этом «Парусе» можно побывать? Можно посмотреть самому, как там все? Да, можно записаться на индивидуальную экскурсию по телефону 777-769. А вот еще по поводу индивидуальных планировок в этом доме, это тоже возможно? Да, если хочется внести какие-то изменения, которые возможно внести с точки зрения технической документации, можно сделать на этапе строительства. Это все можно решить с нашими менеджерами. Деньги в дело. Сейчас вообще очень много таких индивидуальных запросов, да, каких-то особых требований у покупателей. Вот компания «Дело и деньги» может их удовлетворить? Да, конечно, сейчас все ценят свое время, и это правильно. В нашем агентстве можно получить полный спектр услуг, купить, продать, обменять квартиру. У нас есть услуга срочного выкупа, у нас есть услуга трейдинга квартирного. У нас есть свой ипотечный брокер, который может за вас подать документы в банки, свой штат юристов. У нас в офисе работает сотрудник МФЦ, что позволяет проводить сделки максимально быстро и комфортно. Поэтому мы всех с радостью зовем к нам в компанию «Дело и деньги» для надежных и безопасных сделок. Ну вот, наверное, на этой ноте мы и закончим. Спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. До встречи. «Деньги в дело». Финансы и недвижимость. Услуги по займам и сбережениям предоставляет кредитный потребительский кооператив «Дело и деньги» Киров. Является членом ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов содействия», реестровый номер СЗ-0385. Услуги по недвижимости оказывает ООО «Финансовая корпорация «Дело и деньги».